Здравствуйте, уважаемые коллеги. В 2011 году, то есть уже 8 лет назад, мы делали сообщение, посвященное вообще находке этого семейного, как нам тогда казалось, участка Краинского на Данилском мусульманском кладбище. Ну, с тех пор некоторые уже такие пошли. Пошел прогресс такой в изучении этого участка, и он оказался отнюдь не семейным, а даже более того, фактически крупнейшим из ныне существующих краинских участков на московских кладбищах. Ну, некоторая предыстория. Всем хорошо известно, кто знает историю московского некрополя, что в конце 1930-х годов краинский участок Дорогомиловского кладбища, как, собственно, и весь комплекс Дорогомиловского кладбища, еврейского и православного, стал постепенно сноситься. Этот процесс занимал несколько десятилетий, завершился, как считается, в начале 60-х годов. Во всяком случае, существуют фотографии конца 50-х, начала 60-х годов, когда еще могилы и даже памятники Дорогомиловского кладбища в районе современного Кутузовского проспекта еще существовали, но, тем не менее, с конца 30-х годов этот обширный некрополь на западе Москвы стал уничтожаться. И возник вопрос о новых захоронениях. Как мы знаем, в этот же период времени начинает развиваться еврейский участок или участки, скорее, Востряковского кладбища. И часть захоронений переносится реально или символически из Дорогомилова в Востряков. И вот здесь возникает вопрос, что же происходило с караимами, как они, собственно, жили, умирали и хоронили своих соплеменников в этот период времени. В качестве такого нарративного источника, что в 2011 году, поскольку тогда еще была жива известная всем исследователям Московской краинской общины Тамара Садина Бабаджан, так и сейчас, кроме ее фактически таких воспоминаний об этом переносе или об этом возникновении, да, этого на мусульманском кладбище краинского участка, других каких-то нарративных данных фактически нет. И поэтому единственная возможность фактически, да, опираться на какие-то воспоминания – это вот доверять ей. Но здесь возникла в моем случае в 2011 году и потом в публикации в последующей такая, ну, наверное, типичная для людей, которые занимаются только нарративом и не могут ничем подтвердить документальным, ошибка, поскольку в ходе беседы с ней, ну, она была уже в очень солидном возрасте, я напомню, что родилась она в 1917 году, то есть к тому времени ей было уже сильно за 90, возникла ошибка относительно захоронения ее отца, Эрби Сади Бабаджана, который, Сади Елишевича, вернее, который, собственно, и по ее словам, вот с его захоронения, с его смерти в 1940 году и возник вопрос о Даниловском мусульманском кладбище. Ну, потом, в общем, это либо я ее не понял, либо она как-то, в общем, не довела свою мысль. Конечно, он был захоронен в Острякова в 1940 году, его могила известна, и она сохранилась. Но в то же время весь остальной нарратив, в принципе, подтверждается тем, что можно в настоящее время наблюдать на Даниловском мусульманском кладбище, где до настоящего времени сохранилось около 70 краинских захоронений. Но что такое 70 захоронений? Это отнюдь не означает, мы сейчас их увидим на фотографиях, это отнюдь не означает, что это 70 могил. Могил, как таковых, ну, около 19. Другой разговор, что в них, если в общем посчитать по именам, отмеченным на памятнике, насчитывается около 70 захоронений. Я, правда, не могу уверять вас в том, что это реальные захоронения, а не, собственно, похороненные урны кремированных уже людей, потому что количество захороненных в одной могиле, конечно, превышает все санитарные нормы, которые существуют в Москве для захоронения умерших. Иногда в одной могиле на памятнике указывается там 7-8 и более того, около 10 имен. Но, тем не менее, в совокупности их около 70. Начинаются эти захоронения при том, что и Тамара Саадовна об этом говорит, и, собственно, это понятно по логике того, что я сейчас сказал, с Дорогомиловским кладбищем, тем не менее, 20-ми годами 20 века. Каким же образом? Ну, как и у Вострякова, это часто ситуация некого символического захоронения или перезахоронения, переноса. То есть, фактически, эти умершие краимы были похоронены в Дорогомилово, но вот когда в последующем обосновывался их семейный участок на Даниловском кладбище, то
уже их имена, умерших в предыдущую эпоху, указывались на этих памятниках. Поэтому вроде как бы получается, что этот некрополь, даже это место захоронения, этот комплекс, фактически возникает даже чуть раньше, чем нежели возникает логически, да, сам момент этого переноса и перехода. А последние же захоронения из выявленных нами, ну, понятно, что они возможны в дальнейшем, но тем не менее, вот если взять все-таки такую некую рубежную пока точку, это 2013 год, вот была в такой семейной могиле Когина в Лопато, была захоронена Лопато София Иосифовна в 2013 году, а предыдущие до нее захоронения в 2003 году. То есть фактически частотность захоронений, она резко снижается в 80-е годы. И фактически, вот если говорить, там можно делать какие-то выводы, которые я делать не буду, да, об ассимиляционных процессах, о других факторах, да, которые характеризуют краинскую общину Москвы, фактически этих захоронений становится очень мало, они становятся редкими. А, собственно, почему Даниловское кладбище? Ну, уже сказал, что в 2011 году об этом на Сефаре мы докладывали, но, тем не менее, некоторые моменты, чтобы показать его, во-первых, где оно находится и почему караимы пришли туда. А, Даниловское кладбище находится в другом совсем районе. Это не запад Москвы, это, если ну, говорить так, фактически южные границы исторического центра города, южные окраины, южные предместья. А на сегодняшний момент это район между станциями метро Тульская, Ленинский проспект, Шаболовская. А фактически, если вы едете по третьему транспортному кольцу на автомобиле, вы его заметите наряду с комплексом православного кладбища, его адрес 2-й Рощинский проезд, дом 10. И вот оно такое вот есть кладбище. Оно называется Даниловско-Мусульманское кладбище. Оно отделено от основного массива православного Даниловского кладбища, даже разные у них адреса. И основаны же они оба, собственно, как и Дорогомиловского, в одну и ту же эпоху. В конце 18 века приводится дата 1771 год, но можно посчитать, что там чуть позже. По итогам, значит, и в результате эпидемии чумы, которая произошла в Москве в этот период времени, когда были запрещены захоронения в той черте города на конец 18 века, и за границами города в предместьях были основаны крупнейшие московские кладбища. А в силу того, что территория, вот в отличие от Кутузовского проспекта, да, Дорогомилову не повезло, оно находилось на территории, которая была предназначена под трассу, да еще и правительственную, да еще и такую застроенную столь пафосно. Да? Здесь эта территория совсем иная. Даже сейчас, если не брать третье транспортное кольцо, которое примыкает с одной стороны, фактически это такое, в общем, очень закрытая территория. Если ее даже не знать, там без навигатора ее найти практически невозможно. То есть это такой укромный уголок промзоны. И поэтому никаких особых влияния какого-то городской застройки, городской среды на это кладбище не происходило, хотя определенные урезания и уничтожения по краям, они происходили в советское время в связи там, со строительством завода и так далее, но в целом основной массив этого некрополя сохранился. А, вот оно здесь находится, это центральный вход на него. А дальше, если мы зайдем на это кладбище, то мы увидим ритуальное такое помещение, в котором происходит омовение умерших, а вот этот стол такой стоит, на который кладутся гробы с умершими, здесь считается поминальная молитва. А где же караимы, значит, были захоронены? И сохраняется этот участок. Вот если вы вошли сюда, то поворачивайте налево, и дальше начинается такая густая, понятно, что кладбище очень древнее, старое, вернее, густая такая сеть захоронений, сразу же их найти невозможно, но все-таки это не трудно сделать, тем паче, что караимский участок, и вот здесь очень интересная история, которая у Тамары Саидовны не прозвучала в нарративе, то есть она об этом не рассказывала, но очень интересный момент, который при изучении отмечается. А этот караимский участок внутри большого, ну сравнительно большого, да, татарского кладбища окружен захоронениями людей, также не татарской национальности. То есть это некая такая, ну, условно, как мы с моим соавтором, присутствующим здесь, которому мы подготовили доклад, Славом Зариповым, ну, так условно можем назвать какое-то черноморское такое, значит, пространство, потому что здесь похоронен две могилы, ну, фактически такое большое семейное захоронение крымских татар, и это редкий случай советского времени,
Здесь же захоронены крымские цыгане, мусульмане, я сейчас покажу эту фотографию, и несколько захоронений, ну, условно их, конечно, черноморскими нельзя назвать, да, но все-таки представители народов Дагестана. Все, что я говорю, все относится к советскому времени, то есть это не новые захоронения, не мигрантские захоронения, а советские. И вот они все находятся в таком неком окружении, больше таких повторов на этом кладбище нет. То есть краимы в окружении людей, так или иначе, в каком-то таком в самом широком смысле, а реальном, да, находящемся, с ними родственных, или во всяком случае понятных каких-то, да, в каком-то смысле, в какой-то общей такой языковой, культурной, географической зоне находящихся. Потому что основное все захоронение этого кладбища, практически все 100% этого кладбища, это татарские захоронения, татаро-мишарские захоронения. Кто знает тюркскую этнографию, знает, что татары, да, они тоже подразделяются, как известно, различные субэтносы. В Москве в большей степени представлены татаро-мишари. И вот они здесь доминируют, есть касимовские татары и так далее, казанские. А вот неожиданно возникает вот этот самый участок. Как рассказывала Тамара Саадовна Баджан, возникает он таким образом, согласно ее, значит, воспоминаниям. После того, как Дергамилова уничтожалась, уже захоронение там осуществить было нельзя, то возник вопрос, где же хоронить краимов. И у краимов возникает мысль, что есть татарское, сейчас оно называется Даниловское мусульманское кладбище, но понятно, что топонимика московская менялась, оно называлось и магометанское, и мусульманское, и татарское, на тот момент оно называлось татарским кладбищем. И почему бы не обратиться к татарам с просьбой захоронить наших умерших на их кладбище. И согласно ее, значит, версии, опять же повторюсь, проверить ее невозможно, потому что татарского нарратива об этом нет. Нет каких-то упоминаний или каких-то, какой-то информации от, собственно, тех, кто здесь постоянно находился. Да? А весь вопрос и разрешение сводился к тому, что краимы обратились на тюркском языке. То есть татары поняли их и разрешили им захоронение, полагая, что они какая-то, в общем, тоже часть мусульманского и тюркского мира. А в последующем, уже в конце 40-х годов, при новых захоронениях, возник вопрос, почему эти люди, которые, а каждое захоронение, ну понятно, что татарская община не была столь многочисленна, чтобы это все происходило в массовом порядке ежедневно, да, каждое захоронение это событие для кладбища, это событие и в какой-то степени связанное с теми людьми, которые курируют это кладбище, которые осуществляют ритуальные обряды и так далее. А почему эти родственники не прибегают к услугам муллы? Почему они не осуществляют омовение умерших вот в этом доме? Дом тогда был, конечно, не такой. Этот дом построен к Олимпиаде 80-го года, потому что посчитали, что могут какие-то иностранцы, мусульмане приехать и увидеть, в каком состоянии находятся кладбищенские постройки. Они были деревянные, ветхие и так далее. Ну вот почему туда не ходят, почему не приглашают муллу, почему не читают молитвы и так далее. И вдруг, значит, у смотрителей этого кладбища, а на кладбище был комендант официальный по фамилии Гаитов, который одновременно был и неофициальным же имамом этого кладбища. У них возник вопрос о вероисповедании этих таинственных людей, которые говорят фактически на татарском языке, но при этом они вот что-то как-то с нами не соприкасаются. И тогда они препятствовали этому новому захоронению, поскольку сказали о том, что участка, места очень мало. Фактически они были правы, уже в 56-м году захоронения первичные на Даниловском мусульманском кладбище были закрыты. И новые захоронения стали осуществляться на других мусульманских участках, там, в Кузьминках и так далее. И тем не менее, после некоторого такого диалога, что здесь похоронены наши родственники, мы вот хотели бы и так далее, они разрешили эти захоронения. Дальше препятствий особых не было, потому что возникли некие семейные участки уже к тому времени, и они стали вот как бы так наполняться, и как я подозреваю, значительная часть из них это уже кремированные урны, похороненные там. Тем не менее, до сих пор мусульманское такое влияние на это кладбище, в отличие от других этноконфессиональных каких-то территорий в Москве, некрополей, оно ощущается, безусловно. Относительно того, как они, то есть татары, восприняли краимов, кто это такие и так далее. Дело в том, что я уже сказал о том, что большая часть, подавляющая часть московской татарской общины стали мишари, они никаких представлений об этноконфессиональной истории Крыма не имели. Но можно там себе представить, что часть горстки, такая небольшая касимовских татар, которые
были состоятельными представителями купечества, были, они посещали крымские курорты, сохранились фотографии о посещении ими Ялты, например. Они могли себя понимать как-то, что есть, существует такой народ Краим, но тем не менее реальной какой-либо информации они не обладали. И поэтому в татарском нарративе единственное, что вообще как-то сохранялось и как это место обозначается долгое время, это как обозначение крымских евреев. То есть вот именно так они их обозначали. Никаких различий между крымчаками, там, краимами и так далее, об этом речи не могло быть, вот просто крымские евреи. Но, тем не менее, с течением времени уже более такие русифицированные, русскоязычные московские татары стали говорить о том, что у нас на Данилском кладбище есть караимский участок. Может быть, это какой-то вот нарратив, ну, такая индоктринация. Кто-то им сказал, и они вот так освоили. Во всяком случае, сейчас люди, которые, у которых захоронение находится рядом, или кто вообще как-то интересуется вот этой вот частью кладбища, да, они полагают, что это вот караимская часть. Ну, давайте немножко пройдемся, увидим эти памятники. Доклад все-таки называется «Антропонимика», да, поэтому фамилии, которые здесь есть, мы тоже можем с вами увидеть. Вот. Ну, вот, например, да, вот, собственно, мы сюда пришли, да. Видно только Ирак, а второго я не вижу. Капоны, да. Вот, ну, я думаю, что очень многие, кто занимается Краимом, помнит о женской школе бесплатной в Феодосии, да, которую основали Капоны. Ну, в общем, такая известная фамилия. Можно вот поближе таких увидеть, да. Такие вот захоронения. Большая, да, шайтан, большое захоронение. Вы видите, что оно прямо примыкает к мусульманским захоронениям, рядышком они здесь расположены. Вот. Это не сразу скажу, это не огороженный участок, у него нет какой-либо, значит, это, но все равно заметно это краимское доминирование на этой территории. Когены. И вот Лопатой, вот здесь вот, ну, на этом семейном участке было последнее, на наш вот взгляд, который мы смогли выявить, да, 2013 года. Вот. И вот я хотел сказать, почему, значит, это интересная история, к сожалению, она никак не может, пока никаких нету ему подтверждений. Почему краимы в окружении, в окружении таких вот условно близких им по географии народов. Вот мы можем увидеть, здесь и какие-то персидские захоронения, здесь и крымско-татарское захоронение. А надо сказать, крымско-татарское, вы видите, что здесь люди похоронены еще в 40-е годы, в 43-м и 47-м году. Вот. И это явно мусульманское захоронение. Здесь цыганское захоронение, цыган, крымских цыган. Крымские цыгане в Москве сейчас активны, они есть. Есть на Данилском кладбище в другом месте новые захоронения и так далее. Но это советское время. И вот это все вокруг краимов. Или краимы вокруг них. Во всяком случае, вот это вот некое такое тяготение этих участков, оно семейных, оно вот очень интересно. Причем это не на выселках. И это не на выселках. Это фактически, ну, сегодняшний момент это центральная часть уже, да. Вот, ну и здесь вот несколько просто я вот так их переписал, для того, чтобы просто их не на памятниках, а текстово увидеть с годами жизни и смерти. Вот. Сатановский. И Гамал. Нет, Шайтан это Шаловливый. А Шайтан Саловливый? Шаловливый ребенок, мальчик. Шалун. Да, ну вот, собственно, все. Спасибо. Да. Так вот вопрос. А вы... Да, да. А не могло ли быть какого-то влияния, например, и Вильнюсского? Не, ну в рассказе Тамары Садиной звучало так, что ее брат, собственно, Борис Саич Ильишевич, пошел туда, поговорил, и как она рассказывала, он же говорил, он мог разговаривать и так, и значит, он на татарском стал разговаривать, и, в общем, расположил их к себе, и они вот дали там первое захоронение. Самое интересное, что, видимо, она вполне искренне была уверена, что ее отец был похоронен на этом кладбище. Да, она меня в этом уверяла. Да.
И только периодически потом... она со мной, например, разговаривала на тему того, что надо поехать вообще посмотреть могилу. Вот когда она еще так более-менее функционировала, но ни разу не ездила. И это поразительно, что она оказывается на Востряковском. Я это не знал, потому что у нее родственники действительно тоже лежат на Востряковском, она про них знала. Про отца она думала, что он на Даниловском кладбище. Да, она так говорила, и, собственно, в сефаровский текст, вот, который вышел у меня в 2011 году, так и вошло про Даниловское. Но потом только я увидел фотографию, мне прислали, что он на Востряковой, в 40-м году, и все. Да. Она была уверена в этом, что брат, вот, собственно... Я даже думаю, что родственники, то есть потомки Тамары Савиной, не знают, что, собственно, значит, их прадед, или там дед, значит, он лежит на Востряковой. Говорила она про то, вот, выбор еще, такой маленький нюанс относительно Даниловского кладбища, а вообще татарского, тем, что нам бы не хотелось быть захороненными, где кресты, такая цитата, и не хотелось бы быть захоронены, вот это вот такая компанейщина уже перезахоронение в Востряково происходило, там как бы главенствовали в этой компании евреи. Собственно, хотелось бы какого-то вот некого такого отделения от общего такого еврейского процесса, и было выбрано Данилова, и при этом вот как бы так вот этот татарский язык на какое-то время даже ввел в заблуждение местного коменданта и имамов, которые, значит, посчитали, что это, ну, какие-то мусульмане. Но ведь это 30-е годы. Это конец 30-х. Ну, во всяком случае, если вот, скажем, Елишевич умирает в 40-м году, да, то это вот рубеж 30-40-й год. Но ведь уже лет 10-15 существует совместное мусульманское-кровимское кладбище в Вильнюсе. Да, но это другая, но это еще, смотри, но это же там, когда он, собственно, знал. Он об этом знал. Ну, может быть, и знал, ты знаешь, мы значит, не современных захоронений нет. Ну, вот фактически 13-16 год, то есть это все очень редкие захоронения, практически раз в 10 лет они приходят. Ну, и, в принципе, вообще, видимо, на Даниловском кладбище вообще сейчас... 13-й, да. На Даниловском кладбище, да, действительно закрыто, там есть коммерческий участок, мусульманский отдельно, там, например, похоронен Махмуд Эсамбаев, знаменитый танцовщик, и другие, они, он там же расположен, этот участок, но он коммерческий, и он дорогой. А, кстати, какой вот мусульман население Москвы, Даниловское кладбище. Ну, престижность номер один, безусловно, да. Можно, не относящийся к теме вашей лекции, вопрос. Я не знаю, есть ли в Москве кряшины. Если они есть, то где их хоронят? Кряшины есть, конечно, они достаточно активны в последнее время, но у них каких-то специальных мест захоронений нет. То есть кряшинских участков, кряшинских захоронений нет. Собственно, и в Татарстане, где они доминируют, если они будут в сельской местности, там они в большинстве своем все-таки до сих пор еще очень связаны с сельской культурой, они хоронят своих умерших на сельских кладбищах, в городах Казань, Набережных Челнах, Нижнекамске хоронят на православных общих кладбищах. У них отгородок каких-то отдельных нет. Спасибо. Спасибо.